В храме преподобного Сергия Радонежского города Урюпинска состоялся первый в истории Урюпинской епархии съезд регентов и певчих. Он был организован по примеру съезда регентов в Москве, прошедшего в конце ноября прошлого года. В первой части заседания обсуждались вопросы церковного пения и чтения, как важнейших элементов православного богослужения. Во второй части форума все делегаты приняли участие в мастер-классе, на котором рассказывалось о тонкостях архиерейских и великопостных служб, о том, как улучшить качество звучания хора. Общая атмосфера съезда была очень дружественна. Участники делились своими проблемами и мнениями. И это очень важно, когда люди не замыкаются в себе и выражают огромное желание получать новые знания и умения в области церковного музыки, обмениваться опытом с коллегами. Регенты были рады этому съезду, мне кажется, потому что он прошел такой в очень дружественной обстановке. Все делились своими проблемами, своим опытом. А самое главное, мы совместно пили.